Тут присоски есть, присосок нету. Есть. Есть, да? Ничего, я буду снимать. Да, пожалуйста. Опа, старт-стоп. Ох ты! Ох ты! Не любит интернет, иначе он это скажет, это собственность звука чья-то, надо права на нее иметь. А зачем нам права на что-то? Мы можем свое сделать. Надо будет только пристегнуться, то будешь. Ага. Да, агрегатище. А вы можете меня поснимать? Просто так вы держите на меня направили. Тест-драйв. Говорит, кто нам это позволил или не говорить? Без разницы. Без разницы, да? Так, а это что? А здесь по-другому немного включается система. То есть, если у вас до этого переключалась цифра 7, то теперь электронная полностью система, педаль тормоза также удерживаете, и джойстик наклоняется к себе, и один раз назад и отпускается, он возвращается. То есть, вот так, к себе? И теперь на себя. Вот. Режим драйв подключили. Вот это можно взять. Камеры другого обзора. Отлично. А если вы еще будете комментировать, это будет отлично. Я еду, вы комментируете. Вот это да. Развалились люк. Это у нас самая топовая модификация. Да, вот это с полным приводом, который теперь обладает двигателем 3,5 литра системой Twin Turbo. Ух ты, 3,5 литра, то есть меньше, чем у меня 4,3, но при этом, что это турбо делает такую там мощь? Конечно, 422 лошади она вытаскивает с этого двигателя и позволяет ее разгонять за 4,5 секунды до 100 км. Вот это да. Так, что-то я тут не понял. Проедете. Проедем? Угу. Там есть немного места. Место есть. А вот это на определенной скорости, вот это вот. На малых скоростях. На малых скоростях, да, это отсюда. А как мы проходим? Тут. Опа. Опа, да? Сейчас мы это. О, погасло. Все захлопнулись двери. Хорошо. Очень хорошо. Так, да. Хранилище большое, красота. Здесь еще есть и массажные кресла, очень удобно. Да? Да. Сейчас вы пока будете ехать, я вам сейчас все настрою. Так, а где там это? Мы чуть дальше поедем, там развернемся, я на это не хочу выезжать. Да, поехали туда лучше, там на въездной перекресток, который сюда. А, там. Мы сейчас с вами все отрегулируем. Давайте, массажное кресло. Как мне их не хватает в ЛСе. В этом джипе-то я сделал. Установил. Ого. Ага, чувствую, вот она тут начинает давить. Подушка это вот это. На выбор, да. Я вам включил полный цельный остановитель. Отлично, давайте. И я вверх люблю. И вниз. Еще можно изменить там, допустим, центробежный. 5 видов массажа. Вот можно отдельно да. Поясницу, нижнюю часть. Очень много изменений теперь в положении кресла, то есть до 28 направлений. Ого.
можно изменить. А, и вот насколько это вот, согнуть кресло. Ага, скорость вот это вот все это тут еще показывается. Я думал, что это такое мне блестит. Да, блестит проекционный мне. Дисплей. Угу. Его только вам видно, к сожалению. То есть, угу. Так, тут разворачиваемся. Да, можем здесь попадать. Так. Проходим? Да. Проходим. Камеры помогают в этом плане. Проходите, да, смотреть хорошо. Можно. Проходим, проходим. Да, класс. Немножко шины спущены. Перепад давления очень сильно действует. Прохладно на улице стало. Датчики вот давления. Так, угу. Да, изменяют. А отдельно кресло вот так вот как бы можно купить и вставить себе на тот Ариат? Ну только для большого, только для Вилуца. Для него ставятся, да. Для джипа. Как аксессуар идет. А для ЛС они не ставятся. Они на ЛС, получается, здесь по умолчанию идут. Ну, а да. Для другого, если ЛС, то... Более старого, да? Да. Там для них можно. Для этих не делать, потому что здесь уже идут с массажем. Угу. Да, хорошо. Контролируемая машина, нормально, комфортно. Да, да, все. Есть такие машины, сел сразу и поехал, как-то ты особо не боишься, ничего не это. Хотите попробуйте по мере возможности нажать на педаль газа? А сейчас мы там. Сейчас там это сделаем. То есть ускорение почувствовать. Порезче, да, посильнее педаль пол. Немного прочувствовать, что такое 4,5 секунды. 4,5 секунды, да. Да, еле бесшумно, хорошо. Очень много новых функций сюда добавлено. Как система там? Адаптивного круиз-контроля, которая позволяет контролировать расстояние на трассе, чтобы вы не въехали никуда. Также в этой системе включена будет функция для пешеходов, безопасность. Назад не сможете наехать ни на одного так, пешехода. Так, ну вот тут я нажму. Да, вот. Назад она присела. Да, 4,5 секунды, это тебе не 6,5 секунд. Ну да. Это ну, на старом лысе мне там набирает. Да, до 70% автопрома разгоняется более чем 8 секунд. Ну да. А когда речь уже идет в диапазоне менее 5 секунд, это очень малое количество автомобилей. Да. Если получится проекционный дисплей, вот этот как раз на уровне. Проекционный дисплей. Да, вот как раз он виден, интересно, таки яркий, так и необычно яркий. На нем отображается вся информация, то есть контроль разделительной полосы. Но это надо тогда включить, потому что тут сейчас две функции. Да, они появляются по мере сработки. То есть, к примеру, там сплошную линию нарушаете, у вас там сплошная линия. Да, она будет показывать, что именно нарушаете. Или регулируете музыку, там добавили, включили навигационную систему. Она там будет дорогу рисовать, показывать вам как. И опять меня. Просто на меня направляете. Вот мы только раз и мы можем въехать, да? Можем. Вот так. Еще расстояние много. Много расстояния? Да. Еще. Еще? Еще. То есть проходим. Да? Даже тоже прошли. Прошли. Даже уже прошли. Угол разворота хороший. Ну да. То есть машина более 5 метров, здесь 5 метров, 23 сантиметра. То есть достаточно очень большой автомобиль. Потом на это.
навигационной системе. Что? Новый формат навигационной системы, ну, то есть да, новое цветовое решение. Большой. На этом большом экране также можно еще и кино посмотреть, если вы где-то стоите, отдыхаете. Все полностью из кожи, прошито, все сделано. Хорошо тормоза хватает. Это просто чисто. Усиленные тормозные системы, механизмы стоят. На 250 км в час, к сожалению, ограничена электроникой. Просто до них она очень быстро доходит, до этой отметки. Угу. 24 динамика внутри салона, это для полного объемного погружения в музыку. Очень удобно смотреть всегда за маневром, очень хорошо и очень безопасно то, что при первом начатии движения, то есть вы когда подходите к автомобилю, присаживаетесь за руль, вы не всегда помните, что находится перед вашим автомобилем, если вы подходили к нему сзади, либо сзади вашего автомобиля, если вы подходили спереди. А когда вы присаживаетесь за руль, включаете камеры кругового обзора, они показывают, что вокруг автомобиля все свободно, то есть не будет бегать ребенка, не будет стоять препятствия. Да. То есть тут сколько? Раз, два, три, четыре камеры или четыре камеры, да. Ну, камер больше немного, они еще в зеркале есть, но они отвечают у нас за чтение дорожных знаков, за контроль разделительной полосы. Также впереди в знаке логотипе Lexus расположена радар, который отвечает за дистанцию между автомобилями. Это адаптивный круиз-контроль. Адаптивный круиз-контроль, да. А вот это что такое? А это тачпад, который ввод информации, то есть изменение всевозможных параметров на дисплее. Надо будет только тогда остановиться, наверное, чтобы все показать. Чтобы вы все увидели, внимательно посмотрели. Вот это свет или что-то? Нет, это режим эксплуатации. То есть здесь можно выбрать комфортное вождение, более спортивное вождение. Спортивное вождение с дополнительными усилиями на тормозную, рулевой, на тормозной механизм, рулевой механизм, на стойке. Он поднимается? Да. Пневмоподвеска предусмотрена. На сколько? На 2,5 сантиметра. То есть довольно-таки очень много. Причем при изменении дорожного просвета машина позволяет перемещаться от 0 до 250 км в час в любом состоянии, то есть поднятом или опущенном. Большую трассу. Ну, это чтобы она пустая была. Ну да. С этим. В городском, конечно, цикле тяжело использовать такую мощность. Да. Небезопасно. Автомобиль, да? Да, тишина, хорошо. Климат-контроль. Все это дело. Сейчас я вот что-то вот заеду, стану где-то спортивная была. А вы еще расскажете, что там, как там, что там, куда там делает. Ну, вот можете подъехать куда-нибудь, припарковаться. Вот сюда. Вот уже ЕС-Уэлса. Раз, 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 раз. Для легкости парковки, когда вы подъезжаете, вы впереди можете увидеть, насколько вы подъехали. Так, здесь что? Нажимаете букву П просто. И все. Да. Все, автомобиль стоит. Ага. Еще что-нибудь такое расскажите, можете пальчиком показывать, а я буду вести. Сейчас. С левой стороны на панели есть клавиша View. Вот правее чуть-чуть. Вот HUD, правее, да, View. Вот это? Нет, левее, левее. Вторая слева. Вот она? Да, нажимайте. Когда вы ее нажимаете, вы видите вокруг автомобиля, как будто кто-то с камерой оббегает вокруг вашей машины и вам демонстрирует, что вокруг нее ничего нет. Только линии вы видите. Угу. И потом она показывает вид сверху.
То есть можете всегда это все, можно вот так демонстрировать вам, что вокруг автомобиля ничего нет. То есть разные манипуляции. Разные ракурсы. Да. А, интересно. Что мы еще можем? Ну и также вот. То есть либо она по кругу оббегает, либо вид сверху показывает, демонстрирует автомобиль. То есть благодаря вот этим четырем камерам и функции, которые умеет объединить это изображение, она демонстрирует, как будто кто-то сверху снимает, ну, над, да, автомобилем. Причем эту машину можно даже поиграться, можно изменить цвет автомобиля, какой вы выбрали. Вдруг вы ездите на черном, а бежевого цвета хочется, чтобы здесь картинка была, как ваша машина будет представлена. Также здесь полная система меню и климат-консьерж. Теперь новая удобная функция, очень у автомобиля предусмотрена. Климат-консьерж отвечает полностью за комфорт всем абсолютно пассажирам этого автомобиля. Не надо каждому пассажиру объяснять, что здесь есть вентиляция сидений, подогрев сидений. Человеку просто нужен комфорт. Мы выбираем с вами режим консьержа. И она сама, в данный момент она была активна, эта система включена. Она сама вам поднимает температуру, либо пытается ее опустить до выбранной заранее предусмотренной температуры. То есть вы, допустим, поставили себе 21 градус, у меня 23. Автомобиль будет сейчас создает вам именно 21 градус в воздухе и 21 градус температуры сидения. Так, чтобы вам было очень удобно и комфортно. И не вспоминать, где расположены клавиши, или где это включается, ну, да, функция подогрева, да, 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 или вентиляции сидений. То есть все у вас, делает она все автоматически сама. Новый ввод информации благодаря вот этому джойстику, очень быстрая и хорошая отдача, обратная реакция непосредственно всех ваших манипуляций, то есть то, что вы хотите включить. И очень много других дополнительных настроек. Голосовое управление и так далее. Автомобиль, единицы измерения. На этом большом экране можно также смотреть кино, можно одновременно смотреть и кино, и включить какие-то сопутствующие элементы. То есть, к примеру, можно вытянуть любое изображение, в одну сторону сместить, а здесь выбирать с правой стороны участок. Здесь вы можете выбирать показания бортового компьютера, показания климатической системы, либо включить навигационную систему, у вас будет отдельно. То есть, как вам удобно, можете компоновать на этом дисплее. Под себя. Под себя совершенно. Также очень много управлений и в центре у вас, то есть на табло основном, которое вы смотрите, пользуетесь во время движения. Здесь выбираете режим эксплуатации, то есть спорт, изменилось наше, тахометр наш, так скажем. На более такой агрессивный, да, красный. Либо сделать его классическим. Также более здесь перед глазами у вас есть система меню, которую вы можете листать и выбирать режимы всевозможные, которые вам надо изменить. Управление круиз-контролем. Адаптивно. Здесь очень много систем всевозможных изменений. Соблюдение дистанции, как работают датчики парктроника, как работают датчики мертвых зон в зеркалах отображаются. Чувствительность этого всего меняется. Их сейчас можно будет попробовать включить, чтобы вы увидели, как это. Вот они желтые загорелись в зеркалах. Это элементы, которые просто сейчас наглядно можно увидеть. А некоторые элементы, конечно, только прочувствовать, либо в сложившейся ситуации можно определить. Если вы возьмете сейчас за руль, вот, можете прочувствовать, как он вибрирует. Да, а это зачем? А это для того, чтобы когда вы едете и вдруг предположить так, что вы засыпаете, вы перестали контролировать автомобиль, наезжая на сплошную полосу слева или справа, начинает первое делать, это отдает вибрацию в руль, чтобы вы пытается вас разбудить или показывает, ага, о том, имитирует. А тут тогда какая-то камера на меня должна быть направлена? Или как он определяет, что я устал? Усталость глаз, там есть специальные внутри в панели встроенные там элементы, которые, да, чтение усталости глаз идут, мерцание глазами и также поведение на дороге. То есть она анализирует, как вы часто нарушаете на полосы. В случае, если она считает, что не совсем верное движение и определяет, что вы устали, она рисует чашечку кофе и предлагает остановиться, пройтись, походить, отдохнуть, потом по новой присесть за руль и продолжить движение. Здесь DVD. Здесь не только DVD. Здесь есть возможность DVD просмотреть, диск вставить.
А с обратной стороны для пассажиров сзади есть большие экраны и формат новый Blu-ray. Ну, на части новый, конечно же, но в автопроме он не часто применяется. Поэтому здесь высокого разрешения, высокого качества, сзади специальный монитор установлен. Звук сопровождает это все, приятный, с хорошим разделением каналов. Звук сделан абсолютно для всех пассажиров, чтобы всем было комфортно, у всех качество звучания было хорошее. Большинство звуковых картинок в автомобилях делается для водителя и для пассажира. Редко когда для пассажира сзади. То здесь акцентировано внимание абсолютно для всех, чтобы вам было комфортно. Неважно, где вы сидите, у вас качество звука везде было очень хорошее. Blu-ray, значит, да, сделали вот так вот. Blu-ray, да, это очень хороший формат. Это что у нас? Открывается. Холодильник сзади? Холодильник в нынешних модификациях сейчас пока не предусмотрен. Да вы что, без холодильника? Ё-моё. Да, это ж вот такая функция. Два USB. Угу. Надо же. Без холодильника, ё-моё. Моя машина сразу выигрывает в этом отношении с холодильником. Да. А можно вы немножко это поводите, а я сзади посижу, поснимаю. Давайте. Вот так вот. Бац. Зеркала затемняются сразу же там, да? Да. Для задних сидений предусмотрены электрические шторки. А я вот здесь сяду. Сюда, и сейчас мы подвал сделаем. А, ну как она, присоска работает? О, так она быстренько раз сработала. Ага, вот. О, как она. Хорошо. Уезжает полностью сиденье вперед. Монитор угу. Потом вывернется так, чтобы вам удобно было смотреть изображение. Угу. А она не складывается, вот это вот туда ушло, вот это все, да? Вот это вот, да, на максимум идет. Потом. Угу. Стоп. Сел. Таманка, вот я вижу. Ага. Ну, вы нажимаете для себя, чтобы вы понимали. Выворачивается. А то там обычно она есть, да, как? А тут она спрятана. Да. Также здесь тоже, что вы испытывали впереди. В режиме расслабления выбираете угу. Правое кресло и включаете массаж. Массаж. Вот он массаж. Это. А шторку вот эту как убрать? Здесь также управление предусмотрено. Ну, вон оно. Электрическое. Причем здесь все. Ух ты, и закрылось. Вот это тоже с электроприводом маленькое. Угу. Это я уже понял. Да. Все. Сейчас мы восстанавливаем положение обратно. Закрываем. Вот так вот. Да, место сейчас тут сразу. О, я чувствую себя боссом. Мне пристегиваться не надо. Ну, как бы надо. А, вообще-то надо, будет, да? Будет сигналить. А, будет сигналить, будет. Хорошо. Сейчас я это делаю тут это. Дело тут у меня. А, вот оно, да? Боссу надо. Пристегнуться.
босс пристегнулся. Вы не видите, как брызгает на них вода. То есть они просто будут мокрое стекло и все. Ну а как за счет чего тогда достигается? Видите? Вода есть, ага. А вы не видите, где она, откуда появляется вода. А. Распределение воды прям по щетке. Вон она. Да. Залита незамерзающая жидкость, к сожалению, обладающая едким. Ну тут должен же этот повышенно это. Я закрыл уже, чтобы. Ага, а, да, 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 правильно. Босс не должен отравиться. Да. Опачки. Только шум шин такой небольшой слышен. Очень удобная штука, проекционный дисплей. Во время движения, чтобы все не беспокоило, отключается полностью. Гасится монитор, чтобы его яркость не мешала. Уменьшается яркость панели прибора и остается проекционный дисплей. Его, конечно, увидеть только можно водителя. По виде, да? Да, то есть сбоку вы уже видите, если вы заметили, вы сейчас только что были за рулем, вы уже не увидите. Ну да, я ничего не вам вижу. Вам не видно. А мне видно, да, причем очень ярко, очень красиво. И он здесь, в этом модификации автомобиля, самый большой проекционный дисплей в мире. О. У него идет 20 дюймов, то есть более 50 сантиметров. Ого, это на пол стекла. На пол стекла, да. Это я ощутил. Хорошо создано все. Здесь больше для водителя акцент такой же есть. То есть для пассажира сзади справа, то есть там, где вы сейчас находитесь, конечно же, максимум удовольствия. Сидеть удобно, расположение кресла, вытягивать его там, управлять им. Все сенсорное, максимально электронное. Самое большое расстояние в своем классе тоже имеет. Для того, чтобы лежать, отдыхать, спать. Перемещаться на длительное расстояние. Да, очень, очень удобно. Да, это особо подкупает. Да, еще кружочек и паркуемся. Камера уже села. Села, да.